Save my plug, that's a trollo. He got it for the low low. Вот уже первый месяц лета почти позади, а мы до сих пор ходим в курточках, да, в теплой одежде. Ну, а чтобы лето было ярче и интереснее, мы придумали интересную игру. Да. Смотрите, у нас здесь разные цвета на нашем контейнере. Мы будем такого цвета находить, что у нас есть в природе. Ну что, в путь? Да. Ищем разные цвета и будем складывать. Зеленый нашел. Клади в зеленые. Давай. Оп. Скажи. Я нашел красный клевер. Клади в коробочку. Отлично. Едем дальше на поиски цветов ярких. В эту игру лучше всего играть в огороде. Собирать огурцы, помидоры, желтые цветы. Вот Лёва еще что-то нашел. Синих соседей. Что ты нашел? Черное. Желтое, да? Да. Покажи, что это. Земля. Ну, клади на землю. Молодец, выкрутился. Поехали дальше. Нам еще надо белое и синее. Подожди, пап. А что это белое? Это клевер. Белый клевер. Осталось синее. Ищем синее. Да, синее нам еще надо найти. Клади. Все, ну, немножко перемешали. Да, я шла. И немножечко перемешались. Проверяем все цвета. Зелененькая, красненькая, синенькая, беленькая, коричневая. Мы молодцы. Да, только синенький, да. Он совсем синий. Неважно, оттенок. Но синий. Смотрите, какую интересную идею можно сделать с обычного пластилина и ракушек. Соединяем, делаем с помощью пластилина тельце. Вот. Такой, допустим. И присоединив ракушку, формируем улиточку. Такие улиточки уже у нас получились с мальчишками. Настоящая летняя идея. Платуша тоже балуется. Ты балуешься? Да. Решили мы сделать интересную поделку с нашим Наумчиком. Для этого взяли разного вида макарошки. Тут Наумчик уже бабочек пытается раскрашивать. Здесь у нас есть ракушки и такие пружинки. И благодаря таким видам макарон мы сделаем... Бабочек. Да, как бабочки становятся, проходят какие стадии, да? Смотрите, рисинки у нас личиночная стадия, потом в виде вот кокона, это бабочка, а это гусеничка. И вот сейчас раскрасим и с помощью клея-пистолета приклеим на нашу палочку. Это так нормально. Да. Это сложно. Конечно, заливать гусениц зеленым цветом очень сложно. Вот оно, сложное рождение гусениц. И бабочек, да? Угу. А это у нас коконы будут. Для этого мы будем это использовать... Сложно. Да, золотой цвет. О, какие коконы, ну, красиво. Ой! Итак, мы берем палочку и начинаем приклеивать. Итак, я вам готова показать все стадии, которые у нас получились бабочки. Первая стадия – это откладывание личиночек. Вторая стадия – образование кокона. Третья стадия – это наши гусенички. И последняя стадия, которую все очень сильно любят – это бабочки. Таким образом, все стадии образования бабочки на одной веточке. Познавательно и очень интересно сделать вместе с детками.
Всем привет! Хочу вам показать, как спонтанно у нас получилась интересная идея коробочки. Это контейнер из-под яиц. С помощью акварельных красок мы использовали синий и фиолетовый. Мы раскрасили ее и положили в ячеечки. Здесь есть ячеечек, ракушки. Надеюсь, эта идея была для вас интересной и полезной. Два ракушки еще. Молодец. Вот так. А теперь назад. Ура! Сладко. Еще одна интересная простая идея. С помощью природного материала выкладываем имя вашего ребенка. Да, такое интересное творческое задание, которое развивает воображение. И вот, сильнее нажимай, чтобы хорошо было видно. Что ты нарисовал? Как это называется, часть тела? Глаза? Да. Глаза нарисовала, вот такие глазенышки. И внутри зрачки. Хорошо. А усики у него будут? Да. Это собачка? Да. Нет, а котик. Котик. Мяу. Мяу. И с другой стороны. Улыбка. Да, улыбается. А ушки надо рисовать? Да. Давай. А здесь кто это? Кто это будет? Снежки. А, ты еще это будешь рисовать, да? Брошки. Все прорисовываешь, каждую мелочь. Молодец, стараешься. Носик. На? Носик же это вот это, пипка. Пипочка. Ну что, теперь здесь? Да. Что ты здесь будешь рисовать? Бубки, я забыл здесь. Так, а носик будешь как здесь? Такую пипку сделаешь? Да. Делай пипку. Между, пипочка. Вот здесь, да, между. Вот какой носик. Милый. А ротик? Большой такой. Ты смотришь, как там, да? Да. И с этой стороны. О, это очень, котик. Очень на котика похож. Мяу. Мяу. Да. Усики. Ушки? А, усики, я понял. И овал дорисовал. Молодец. Чудесная работа. Хочу показать то, что уже Наум выполнял. Мы здесь уже много заданий прошли. Задания интересные. Задания очень творческие, стимулируют развитие воображения у ребенка, также развивают мелкую моторику, словарный запас, потому что мы это обсуждаем, разговариваем, что мы видим на картинке. Видите, здесь мы дорисовывали крокодильчика, машинки разные, рожицы. Вот Наумчик рисовал себя, Наум и маму. Вот такая мама. Здесь, как видите, есть еще наклейки. Целая страничка в конце. Она вот здесь находится. Правда, наклеек хотелось бы немножко больше. Но вся прелесть в том, что действительно интересные задания творческие. И хочется выполнять и выполнять. И не хочется останавливаться, потому что одно задание интереснее другого. Здесь какие-то уже Наумчик повыбирал по своему вкусу, повыполнял. Какие-то мы еще не делали. Да, твое задание. В общем, достойная книжка, интересная. Вот он, на столе наливал чай. Да. Скажи, интересна тебе эта книжка? Да. Да. А какое твое из выполненных заданий, какое тебе задание больше всего понравилось? Вот. Ну такая как. Такое задание. Значит, я запомнила, тебе понравилось рисовать котиков. Да. Ой, боже. Все, на этом пока. Ярких, интересных игр и занятий с вашими детьми. До свидания.
Пока-пока, до новых встреч. Ну вот и пришло время нашего каштана высаживаться в свою ямку. Надеюсь, эта ямка не будет умиральной для него, а будет для роста. Да, надо, я же тебе говорила, одной рукой держишь за горшочек, Боря, держишь за горшочек. Подожди. А, за два, ты за два вверх тяни, за два вверх. Давай, тяни вверх. Вытягивай. Вот, ставь. Так, а теперь вот эту землю всю вокруг него копай. Прокапывай. Тихо, тихо, Платоша, сейчас поломает дерево. Сейчас, не, не сверху, сверху не сыпет песок, а сбоку. И поливаем водички. Платон, ну вниз опусти, ниже. Вокруг, вокруг постарайся, чтобы со всех сторон породилось. Вот так. О, это похоже на остров. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, оставляйте комментарии. Заходите, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на...